В жилом комплексе Егорова парк появится детский сад на 285 мест. На каком этапе строительства находится объект и когда там будут слышны голоса малышей, узнали мои коллеги. К строительству детского сада приступили в мае. Фундамент готов. Рабочие производят монтаж вертикальных монолитных конструкций первого этажа. Мы реализуем комплексный проект. Здесь строятся и дома, и школы, и будут у нас МФЦ возведены, и спортивный комплекс. В настоящее время мы находимся на площадке детского садика. Заканчиваем строительство одновременно со строительствами домов, чтобы комплексно завершить этот участок и перейти на следующий. Работа проходит в соответствии с графиком, и нет никаких сомнений, что объект будет введен вовремя. Это будет современный детский сад, оснащенный по всем современным технологиям. Уже осенью каркас трехэтажного здания сада будет готов. Здесь обустроят 12 групп, игровые комнаты, спальни, музыкальные и физкультурные залы, медпункт, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Дошкольное учреждение примет воспитанников в третьем квартале 2026 года. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.